Сегодня мы подвели итоги за 2020 год, провели коллегию. В 2020 году основной акцент сотрудников органов внутренних дел был обращен на стабилизацию общественно-политической обстановки после выборный период. Сотрудники органов внутренних дел провели огромную работу по обеспечению охраны общественного порядка на улицах наших городов. Не допустили хаоса и беззакония. Также определили задачи на 2021 год. С учетом того, что 2021 год объявлен годом единства, сотрудники органов внутренних дел поставлена задача по работе с населением, проведение мероприятий с населением. Также обращено внимание особенно проводить работу так, чтобы люди нам говорили за нее спасибо. Сотрудники органов внутренних дел готовы к обеспечению охраны общественного порядка. Ситуация, что касается оперативной обстановки, она находится и находилась, и находится под контролем сотрудников органов внутренних дел. Сегодня определены лучшие подразделения страны, которые сработали в 2020 году. Все начальники данных подразделений, а также коллективы данных подразделений награждены переходящими призами, а также автомобилями для работы.